Следующий вопрос от Николая Волкова. Уважаемый Степан Геннадьевич, что вы думаете о банковской системе РФ? Могут ли быть негативные последствия хранения сбережений на валютном вкладе в Сбербанке? Заморозка валютных счетов или что-то подобное? Спасибо за ответ. Не, счета могут заморозить, могут конвертировать по удобному для государства курсу или банка курсу. Поэтому еще раз я повторю, что российская банковская система – это труп. Вопрос в том, когда он начнет разлагаться, вот еще, судя по всему, процесс разложения идет, но он еще пока внутри. Ширнормассы еще до них этот процесс не дошел, не стал, скажем так, очевидным. Ну, а для специалистов давно очевидный процесс, и, в общем, вопрос не стоит о том, что будет с банковской системой. Вопрос в том, когда она ляжет вообще. В этом году или в начале следующего. Вот еще. Так что делайте выводы. Так, спасибо. Следующий вопрос от...